От опасного и коварного заболевания не застрахован никто, ведь его переносчиками могут быть даже мыши, которые обитают в подвалах домов. Прежде всего, в группу риска попадают наши домашние животные, ведь они наиболее тесно контактируют с окружающим миром. Контакты могут быть даже животных, которые содержатся в квартире. Были случаи, что залетали летучие мыши. Там такое, особенно если вы в любом это собака гуляет на улице, вывозите там на дачу, всегда есть возможность контакта с дикими животными. Лечится бешенство только на ранних стадиях с большим трудом, поэтому лучше всего его предупредить. В нашем регионе для этого есть все возможности. В городе Ульяновске существуют три государственные ветеринарные клиники. Находятся по адресу 12 сентября 94, Молочный переулок 16 и также Чкалова 27. Все желающие владельцы домашних животных, кошек, собак, могут сделать вакцинацию от бешенства бесплатно за счет государственного задания. Никакой особой подготовки вакцинации не требует. За 10-14 дней достаточно провести профилактику от паразитов с помощью лекарств, чтобы снизить нагрузку на иммунную систему вашего питомца. Переносится прививка, по словам врачей, обычно легко. Многие ульяновцы уже воспользовались возможностью обезопасить себя и своих любимцев. Каждый год вакцинируемся от чумы и от бешенства, герметизируемся. Поэтому считаю, что очень важно. Ну и здоровье. Свое, собаки, члену семьи превыше всего. Для тех, кому до ветклиники добираться неудобно, будут работать выездные пункты вакцинации. Даты и места выездов можно посмотреть на сайте simvet.ru. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.